Родные сердца, на связи творцы. И послание, о чем на самом деле март 2024 года. Мы здесь ради вас. Мы творцы. Мы 12-мерный коллектив нефизических существ. И мы здесь, дабы помочь. Да, действительно, сейчас прекрасное время для жизни на Земле. И это прекрасное время для жизни, потому что вы пробудились. А поскольку вы бодрствуете, вы знаете, что можете изменить все одной мыслью. Вы знаете, что вам не нужно физически передвигать гору, чтобы ощутить ее в другом месте, и вы знаете это, потому что понимаете природу реальности и то, что она всегда меняется, потому что вы всегда меняетесь. Это действительно огромная сила, которую можно держать в себе. И именно применение этой силы вам предстоит исследовать сейчас, когда вы пробудились. Теперь вы можете подняться над драмой «Мы против них» и шагнуть в силу себя как существа Создателя. Вы есть творцы. Это то, чему нам больше всего нравится учить всех вас. Вы здесь не для того, чтобы прожить те же жизни, что и ваши предки, а для того, чтобы пережить великий сдвиг в сознании, в котором вы тоже участвуете. Вы участвуете в нем более осознанно, когда пробуждаетесь к истине о том, кто вы есть на самом деле. Вы источник, вы творец. И вам суждено делать это более осознанно, потому что вы обладаете тем осознанием, которое у вас есть. Теперь, когда вы смотрите на март месяц в своем календаре, вы можете гадать, каким будет месяц март. И чем он обернется для вас и для человечества? Или вы можете принять решение, потому что с того места, где мы находимся в 12-м измерении, мы видим, как много энергии отдается для творческих целей, и те из вас, кто находится там, заземлен в своих телах и присутствует в настоящем моменте, более способны принять эти творческие энергии и что-то с ними сделать. Вы можете делать с ними все, что захотите, потому что у вас есть этот уровень свободы. Но вам не нужно ждать, чтобы узнать, что произойдет в марте 2024 года, потому что вы – существа, творцы. И теперь вы знаете, что вам дается больше инструментов творения. И ливень этой творческой энергии будет продолжаться в течение всего месяца. Вы можете подключиться к этой энергии в любое время и начать творить, начать создавать в любое время то, что вы хотите испытать для себя и для других. Опять же, сейчас на вас наложено меньше ограничений, чем когда-либо прежде. Но пока вы не узнаете этого, пока не почувствуете, вы все еще можете действовать в предположении, что вам суждено быть очень ограниченными в том,
что вы можете делать, в том, что вы можете создавать, творить, и в том, что вы можете испытывать. Поэтому мы приглашаем вас прямо сейчас шагнуть в свое творчество и начать решать для себя, чем на самом деле является этот месяц март. Потому что для вас он будет чем-то иным, чем для кого-то другого. Да, это так. И когда вы подключитесь к творческим энергиям марта, вы увидите, что вам есть с чем работать, как никогда раньше. И вы почувствуете это своими костями. Кроме того, вы получите еще больше вдохновляющих идей, на которые можно опереться. А это уже повод для радости. Для радости. Мы дворцы радости. И мы вас очень любим. Благодарим. Родные сердца, выбирайте жить в радости. Выбирайте жить из открытого сердечного центра в любви. Вдох. Люблю. Люблю. Выдох. Люблю. Благодарю. 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 И легко сотворяйте свое пространство, свою реальность. Любимые, ваша жизнь – это проявление вашего внутреннего мира, вашего ежедневного выбора, ваших чувств, эмоций, вашего отношения к миру, к окружающему вас миру и окружающему пространству, к людям, к себе. Всегда держите фокус вашего внимания на осознание. Я причина всего. Я центр всех событий. Все в моей жизни проявляется из меня. Я причина всего. При проявлении в вас деструктивной программы отреагируйте спокойно. Признайте ее. Да, это есть. Поблагодарите ту программу, которая обнажится в данном моменте. Я благодарю эту программу. Какая это может быть программа? Страха, недоверие пространству, осуждение, программа воздействия, сравнение, непринятие, неприятие и тому подобные программы и различные подпрограммы, бессознательные. Я благодарю все эти программы и конкретно то, что у вас проявилось. Я признаю, что это все часть меня, но это не я истинный. Я передаю их тебе, Первотворец. Передаю их тебе на исцеление. Благодарю, благодарю, благодарю. Вы благодарите за этот процесс исцеления, ибо ваша благодарность – это код, запускающий процесс исцеления. Люблю вас. Самых совершенных сценариев вам в этом прекрасном месяце март 2024.